создаем видеопрезентацию правозащитной организации. Слайд-шоу – самый простой из форматов видеовизиток. Это набор выстроенных согласно вашего сценария фотографий, который сопровождается звуком, вашим рассказом и музыкой. Посмотрите, как это выглядит. I was born in Bangladesh and my parents came here when I was 8 months old and I was brought up in London in Barnet. I said to my father I wanted to be a judge. The reason why my parents are here in this country is because my uncle, my dad's older brother, fought in the Second World War. Для того, чтобы создать слайд-шоу, мы воспользуемся сервисом slide.li. Заходим на сайт, регистрируемся. Проще всего это сделать через социальные сети. И здесь нажимаем на кнопочку Create – Создать, выбираем слайд-шоу. Вот смотрите, из каких сервисов нам предлагается получить фотографии для нашего слайд-шоу. То есть мы можем взять это из Facebook, из Instagram, с хранилища Dropbox, но в том числе и загрузить свои собственные фотографии. Я для примера воспользуюсь альбомом на Facebook, который у меня есть, и на котором собраны фотографии с одного из наших мероприятий, но вы вполне сможете закачать и свои собственные фотографии. Выбираем либо альбом, либо выбираем фотографии, которые мы хотим вставить в наше слайд-шоу. И нажимаем кнопочку Next вверху справа, зелененькая. Дальше предлагается выбрать звуковой ряд. Так как наш звуковой ряд уже выложен на сервисе SoundCloud, то вот здесь вы можете найти, нажимаете на этот значок и набираете имя своего аккаунта, который вы там зарегистрировали. Те аудиофрагменты, которые у вас выложены в сети, они у вас здесь появятся автоматически. Вот у нас есть один аудиофрагмент, и его мы выбираем для того, чтобы он был звуковой дорожкой в нашем аудио-слайд-шоу. Сила медиа. Вы можете выбрать различные стили, различные способы представления ваших фотографий. Здесь внизу есть разные шаблоны этого представления. Есть игровые, есть серьезные. Выбирайте то, что соответствует вашим задачам, вашим потребностям, вашему представлению о том, как слайд-шоу должно выглядеть. Вот сейчас я вам покажу шаблон, который более спокойный, без таких анимационных эффектов. Дальше вы даете название своему слайд-шоу, описываете его, ставите какие-то рубрики, метки и нажимаете кнопочку «Сохранить». Вот, собственно, и все. Ваше слайд-шоу готово. И осталось нам только поделиться им с нашими партнерами в социальных сетях, либо выложить на сайте. Для того, чтобы это сделать, мы нажимаем на кнопочку «Share», «Поделиться». И здесь нам система предлагает несколько вариантов, где мы можем поделиться нашей презентацией. Это Facebook, Twitter, Google+, Pinterest. Мы можем выслать ссылку по имейлу. Либо вот зеленая кнопка – это получить код для вставки на сайте. Вы заходите, смотрите, какого размера, какого масштаба будет ваше слайд-шоу на вашем сайте, копируете код, полностью копируете код, который вам предлагается, и вставляете его уже в публикацию на вашем сайте. Вот, собственно, и все.